После смерти королевы Елизаветы II, сассекские, по всей видимости, решили раз и навсегда порвать отношения с родственниками из Великобритании. Иначе поведение Гарри и Меган не объяснить. Все, что они успели рассказать в документальном фильме для Netflix, и то, что люди уже читают в мемуарах принца запасной, дискредитирует королевскую семью в глазах общественности. Ни Карл III, ни Уильям точно не смогут так просто забыть о предательстве Гарри. Сбежавший в Америку принц действительно постарался в уже нашумевшей рукописи представить такие факты о королевской семье, которые ранее не были известны. Теперь он утверждает, что его рождение – это запасной вариант на случай, если что-то произойдет с принцем Уильямом. Герцог Сассекский в своих мемуарах написал о том, что он с детства знал свое предназначение, семья недвусмысленно дала ему это понять. И если Уильям, который на 2 года старше брата, был наследником, то Гарри был запасным, этаким планом Б. Младший принц всегда находился в тени, а его миссия заключалась в том, чтобы с одной стороны отвлечь внимание публики от своего брата, а с другой, при необходимости стать ему донором. На случай, если бы наследному принцу потребовалась почка или костный мозг, то в расход пошел бы Гарри. «Я появился на свет на случай, если что-то произойдет с Вилли», – написал он, утверждая, что его родители, бабушка и дедушка даже называли их с братом наследником и запасным в качестве сокращений. Герцог отметил, что с детства знал правило, по которому его отец, на тот момент первый претендент на престол, не мог летать одним самолетом с принцем Уильямом. «Не должно быть ни одного шанса, чтобы 2 главных наследника были вместе уничтожены». При этом всем было все равно, с кем путешествует принц Гарри. Конечно, в этом он видел безразличное отношение к своей судьбе. Несмотря на то, что Гарри назвал свои мемуары запасной и показал явное отвращение к своей роли в жизни, чтобы оправдать окончательный разрыв с семьей, он утверждает, что изначально спокойно относился к такому положению вещей. А как вы думаете, преувеличивает ли Гарри?